Кровавая расправа над учениками начальной военной школы в Пакистане. Талибы убили как минимум 140 человек. Некоторым было не больше 12 лет. 6 экстремистов ворвались в школу с поясами, со взрывчаткой и методично расстреливали всех на пути. Эта школа находится в ведении пакистанской армии, и массовое убийство детей – месть за действия военных против талибов. В последнее время армия ведет активные операции против боевиков в провинциях Северный Вазиристан и Хайбер. Все 6 нападавших были убиты при штурме пакистанским спецназом.